тотчас не работает почему-то в последнее время у меня. То есть работала, потом что-то произошло и перестала работать. Как всегда, задаем рабочий вопрос. Зачем мне важно, чтобы работала? То есть у меня был рабочий инструмент, а потом этот рабочий инструмент перестал быть рабочим. То есть я наделила правами и способностями этот инструмент работать. А потом я почему-то этого инструмента забрала права и способности. Почему-то или зачем-то этот инструмент для меня перестал быть рабочим. Вот задавайте вопрос. Что-то некорректно вы делаете. Где-то некорректно происходит процесс. В первый раз могло получиться, я допускаю. Я люблю очень слово «допустим». Я, знаете, когда сама раскидываю некоторые карты в своей жизни, да, я говорю, допустим, я сделаю вот так. И смотрю, есть ли у меня отзвук на это. Допустим, я сделаю вот так. И чувствую, есть ли у меня отклик на это. Допустим, я сделаю так. То есть я раскидываю там 5-7, допустим, и смотрю, где у меня больше всего, на какое из «допустим» есть отклик. И там, где у меня есть отклик, я туда и иду. И вот когда у меня нет отклика внутри моей души, а я говорю, допустим, это называется выбросить слова на ветер. То есть нет созвучия. Поэтому первый раз вы могли быть на подъеме. То есть вы словили это, я поэтому говорю, допустим. Я не знаю на самом деле, что у вас. Вы на определенном подъеме были, высвободили слово, и это сработало. И у вас было созвучие с этим. А в следующий раз вы выпускаете, у вас внутреннего созвучия нет. И поэтому ваши слова, они, знаете, как пустой звук. Они для вас ничего не значат. Просто вы говорите, но не чувствуете их внутри себя. Они просто как, ну, как звук. Подул, все. Поэтому я могу допустить, где вы совершаете ошибку. Но это всего лишь мое допущение. Поэтому ищите, что вам откликается.